Пане Романе, і суд вивчення війни каже, що передчасний початок атаки ворога на північному напрямку, ми говоримо про Харків і Харківську область, провалився. Тобто вони не досягли абсолютно тих цілей, які перед собою ставили. Наскільки ви вважаєте справді, що те, що зробили росіяни на півночі, я нагадаю, там серед іншого 44-й армійський корпус був недокомплектований, але вони розпочали ці наступальні дії. Чи можна ми зараз констатувати, що цілі не виконані? Ну, от я б не согласился с этим тезисом. Дело в том, что мы с вами тоже два месяца проговаривали. Цели у них не было захвата Харькова. Для захвата Харькова там нужна полумиллионная армия. Это беспокоящие операции, у которых задача стояла только связать наши войска и вытащить на себя резервы с Восточного фронта. Для того, чтобы россиянам продавливать на Восточном фронте направление в основном на Покровск и на Краматорск. Что они, в принципе, и сделали. То есть задачи россияне давлением на Харьков они выполнили на 100%. Потому здесь просто изначально неправильное было восприятие. Тогда разгоняли эту тему, там россияне собираются идти на Харьков, спасайся, кто может и так далее и тому подобное. Да нет. Вот эти задачи, которые они сейчас выполнили, это цель и была, потому что больше 30-тысячной группировкой больше задачи выполнить невозможно. Потому здесь немножко неправильное определение по стартовым, по крайней мере, позициям. А россияне выполнили задачу, они связали наши войска, несколько бригад оттянули на харьковское направление и начали давить, и вернее, продолжают давить на Донецком. Они продавливают. Мы постоянно отходим. Мы отходим сейчас к Карловскому водохранилищу, Курахову, то есть это по Покровскому направлению. И у россиян довольно-таки серьезное давление в районе Часовьяра. И они по некоторым позициям тоже продвигаются. Потому нельзя сказать, что они там не выполнили. Наоборот, на 100% выполнили. Но мы об этом знали, мы об этом с вами тоже говорили. То есть к этому надо. И готовились, в том числе, наше командование, пусть с задержкой определенной из-за того, что просто было заменено, это основная причина замена команды управления, чуть позже отреагировали, но тем не менее поймали россиян на линии обороны, на второй линии обороны. Сейчас они остановлены и завязались эти бои тактические, у которых задача и стояла, и выделено было россиянами 30 тысяч именно для этих задач. Пане Романе, якщо ми говоримо по Покровському напрямку, то 110-та бригада не перестає дивувати справді, тому що вони ліквідували чергову сушку Су-25 вчора. І якщо лічити, то це вже 8-й Су-25 за останні 20 днів. Фактично 2 до 1. І це дуже і дуже потужний результат. Да, если так пойдет, то в принципе за месяц наша бригада, которая сейчас оснащена серьезными системами зенитно-ракетных ком, новыми модификациями и ПЗРК, и ЗРК армейскими, и которые работают на такую толковую глубину, скорее всего больше 10 километров на предельно малых высотах. Перехватывают россиян, они толком еще понять не могут, что происходит. То есть с таким оружием они еще не сталкивались. И вот, скорее всего, литерная бригада 110-я, она получила новое вооружение. Потому российские сушки падают, ну вот уже 8 за 3 недели, ну пусть будет 10-12 за месяц. Эскадрилью за месяц, можно сказать, отминусуют наши хлопцы. Пока до россиян дойдет или примут решение прекратить поддержку с воздуха с помощью Су-25. Хотя, исходя из, допустим, коэффициента потерь, для них это приемлемая потеря. Почему? Потому что, ну, допустим, даже 10 самолетов в месяц, пусть они потеряют там до конца года еще там, допустим, там 60 самолетов, у них их 200. То есть они могут пойти на эти потери, понимая этот коэффициент, понимая задачу. Но они выполняют задачу с помощью Су-25-х. Даже если он подошел, отстрелялся на отходе, его сбили, они задачу выполняют. Россияне продвигаются. То есть основная задача, как мы и говорили с вами за последние несколько месяцев, основная задача и основное направление движения у них к границам
Донецкой и Луганской областей. Потому они и будут двигаться в район Покровска с Донецка и в район Краматорска из-под Часов'я. Пане Романе, якщо говорити про удари наших оборонців по тимчасово окупованому Криму, західна преса каже наступне, що це не лише ліквідація ворожих формувань в Криму, а це і також розчищення неба над Україною. Для чого? Для того, аби себе вільніше в повітрі почували F-16. Я пригадую розмову з вами, ми казали, говорили про те, що насправді F-16 ще не воювали в умовах повномасштабного вторгнення. Так, виконання операцій, знищення маленьких групувань якихось терористів працювали, а от в повномасштабних якихось війнах не брали участь. Это называется завоевание превосходства в воздухе. Мы с вами об этом тоже говорили неоднократно. Эти задачи для завоевания превосходства в воздухе. Что это значит? Это значит, что любой самолет в воздухе, который будет идти на высотах больше 5 километров, он не может быть подвержен какому-то удару наземных или воздушных средств поражения. Для этого сначала уничтожается ПВО противника, противовоздушная оборона, это зенитно-ракетные комплексы, и все выявлены. Дело в том, что два вида наземных механизмов поражения. Есть зенитно-ракетный комплекс, есть ПЗРК, переносной зенитно-ракетный комплекс. Вот зенитно-ракетный комплекс – это локаторы, это пусковые установки, системы управления, которые можно, в принципе, вычислить, ну и он работает до высот 25-30 километров, потому что и одна из основных задач, вот то, что мы сейчас видим, удары по С-300, по С-400 в Крыму, начались они с запада Крыма, и сейчас это все идет на восток, то есть вычисляется ПЗРК и уничтожается. ПЗРК – переносной зенитно-ракетный комплекс, это труба, так называемая, там ракета со своей системой наведения, и вот ПЗРК, но он работает до 5 километров. Почему? Все полеты, в основном бомбардировщиков, истребителей, да и штурмовиков, если это надо, они осуществляются выше 5 километров, вот, чтобы ПЗРК не достал. ПЗРК однозначно может быть в каждом доме, в каждой канаве, то есть из-под каждого куста могут накрыть ПЗРК, потому берется во внимание и перекрывается этот вопрос только высотой полета самолета. Дальше после захода, естественно, также с такой же задачей будут работать те же F-16, которые появятся, но при появлении уже F-16 земля будет зачищена от зенитно-ракетных комплексов, то есть дальними средствами поражения. А дальше F-16 начнут бороться уже с истребителями противника, то есть опять же на больших дальностях, для чего и нужно для F-16 тот же Patriot, для того, чтобы они в паре могли работать. Патриот, он берет 150 километров, а видит под 300. А F-16 он чуть меньше видит, по крайней мере, где-то 200 километров. Но брать может 150-180 километров ракета AM-120D. То есть одна из задач будет именно уничтожение истребителей противника. Это добьет уже задачу завоевания превосходства в воздухе. Для чего-то. Основная задача для того, чтобы могли выйти бомбардировщики, те же Су-24 или те же F-16 в качестве бомбардировщиков, и сбросить свободно падающие бомбы на тот же Крым, на военные объекты в Крыму. То есть вся эта предподготовительная работа, она нужна только для того, чтобы дать возможность бомбардировщикам авиабомбами свободно падающими. Мы вот видели две 250-килограммовые авиабомбы, которые зашли на эпицентр. Вот представьте, один Су-24 может брать 10 пятисотых авиабомб, но он только тогда берет эти все 10 и может вывалить на россиян, когда заходит на цель. А вот ему надо создать эти условия, чтобы не было зенитно-ракетных комплексов, ПВО наземного, надо его уничтожить, отогнать истребители противника, чтобы они не достали до бомбардировщиков, и бомбер должен идти выше 5 километров, чтобы его ПЗРК снизу не достало. И дальше разгружаться. И вот каждый заход одного бомбардировщика – это 5 тонн авиабомб, 10 ФА-500, 5 тонн авиабомб – это 3 тонны взрывчатки в одну точку. Там ничего вообще оставаться не будет. То есть
Ну, мы видим, как это сейчас происходит. Вот это вот как раз задача завоевания превосходства в воздухе, она сейчас уже начала выполняться.